Всем здрасте, у нас сегодня новый метод дефектовки неисправности подшипников коленвала. Обычный китаец, 52 кубика, замученный насмерть. Мы на нем меняем сальники коленвала. Здесь у нас сальник идет, который под маховиком. Тут сальник меньшего размера, он стоит под сцеплением. Когда вы меняете сальники, вы можете, конечно, покрутить коленвал, посмотреть, работают ли подшипники коленвала. Вот это при вращении подшипник должен вращаться, но вращаться только внутренняя часть, наружная должна стоять и должны прокручиваться все шарики. Но бывает такое, что привычный метод дефектовки, то есть визуальный осмотр, не является точным, и во время работы подшипники клинят, и получается так, что подшипник заклинивает и становится просто втулкой. При этом коленвал все равно вращается, и получается то, что место посадки коленвала протирается. Когда начинаешь разбирать, смотреть, подшипник начинает работать идеально. Происходит это все потому, что дефектовка производится на холодную. Недаром подшипники есть разных классов тепловых расширений, C30, C4, CN, и в зависимости от класса они по-разному работают. Когда на китайских бензопилах чаще всего стоят всякие no-name подшипники, у которых и толком-то класса теплового расширения нет. В связи с чем довольно часто они клинят. Особенно, когда пила высокооборотистая и работает долго под большими нагрузками. В этот момент происходит перегрев подшипников. И из-за того, что у них нет определенного класса теплового расширения, они клинят. Шарики расширяются и заклинивают между собой две обоймы. Они перестают вращаться в обоймах. В связи с этим, для того, чтобы понять, работает подшипник или нет, после снятия сальника производится нагрев при помощи строительного фена. Нагрев производится до температуры рабочей. Если у кого-то есть пирометр или пирометр, можно померить эту температуру, сопоставить с рабочей температурой бензопилы. Она идет плюс-минус в районе 170 градусов. Возможно, я ошибаюсь, поправьте, кто в курсе, потому что я не измеряю, все на глаз делаю. Поэтому можно нагреть подшипник и попробовать повращать коленвал. Таким образом будет видно, работает подшипник при нагреве или нет. На калибр профи, на калибр 2600U именно таким методом мне удалось понять, почему у меня ходит коленвал, потому что когда я снял сальники, коленвал и подшипники, все работало идеально. После нагрева подшипник перестал работать, его заклинило, а коленвал продолжал вращаться в нижней обойме. Так что снимаем, греем. Главное, конечно, не нагреть. Бензопила не так много прошла, при этом у нее целые подшипники чистые, хотя была она в кривых руках. Но при этом вот коленвал, на нем ступенька. Вот она. Из-за выработки подшипником. То есть коленвал сделан из стали пластилином 3. А подшипники чистые и работают. Тот самый момент, когда подшипники перехаживают коленвал. Только на вот таких цыганках. Чистые, хотя была...